Здесь почище стал в последнее время или так же вот? Нет, почище. Почище? Да, хорошо стало. Ленина, 27. Жители этого двора постоянно обращались с жалобами. Мусор практически не вывозили, отходы скапливались на контейнерной площадке. Как результат, неприятный запах, мухи и полное несоответствие гигиеническим нормам. Ситуация изменилась, регулярный вывоз мусора все-таки удалось наладить. Но вместо одних свалок появляются другие, как за рестораном «Русь». И нарушителей не останавливают даже камеры видеонаблюдения. Давайте переносить сушилку в другое место. Давайте на этом месте ставить контейнерную площадку. Потому что, ну что здесь, так непорядок не навели. Следить за порядком нужно на всей территории города. Люди продолжают звонить мэру и жаловаться на неприбранность городских улиц и дворов. Песок, мусор на дорогу. Мусор опять по дороге на кладбище, мусор за городом от проходных границ. Поэтому просьба к вам одна, не ослабляться. Следующий объезд станет заключительным в этом сезоне. Глава вместе с сотрудниками коммунальных служб еще раз проверит все самые проблемные точки города. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».